треть своей жизни человек проводит на работе и на учебе. Однако наряжаться скромно, но со вкусом умеют, увы, далеко не все. В салоне модной одежды помогут подобрать красивые, комфортные и удобные модели, которые идеально сядут по фигуре, будут уместны в офисе, в аудиториях и удачно дополнят уже имеющиеся в гардеробе вещи. А значит, тратить лишние средства на покупку одежды не придется. Наш салон и предназначен открыть вам новое качество жизни, напомнить каждой девушке, каждой женщине, что она прекрасна, что это цветок. И не важно, сколько ей лет, и не важно, короткое она носит платье, либо длинное, у нее есть вкус, и это прекрасно. И добавлять аксессуары, сумочки и палантины – это всегда большое искусство. И если вы научитесь им владеть, вы будете так же прекрасны, как наши участники передачи. Летом холодит, зимой греет. Лен – материал на все времена года. Благодаря своим уникальным свойствам, вещи из этой ткани – одежда для здоровья. Лен не вызывает аллергию, уничтожает микробы, снижает уровень радиации. В салоне модной одежды представлены льняные изделия на любой, даже самый взыскательный вкус. Также дизайнеры предлагают сочетать в одном образе разные виды этого материала. Например, вязаный трикотажный джемпер удачно дополнит льняной пиджак. Он может стать универсальной вещью гардероба и подойдет как к джинсам, так и к брюкам или юбке классического кроя. Как всегда, использую натуральные материалы. Шерсть, мохер, лен. И с удовольствием носим эти ткани. Почему? Потому что они прекрасной теплопроводностью обладают. В холод они согревают, а в жару охлаждают. Это очень удобно, потому что мы из холода заходим в помещение, и нам не всегда бывает возможность переодеться. Поэтому используйте экологичные материалы при подборе своего гардероба. Деловые наряды называют одеждой успеха, поэтому к их выбору особое внимание. Кстати, бояться горизонтальных полосок не стоит. Если они расположены в правильном месте, силуэт от этого только выиграет. Акцент на груди и чуть выше колена визуально вытягивает фигуру. Принято считать, что леопардовый принт больше уместен на вечеринке, чем на работе. Но если рисунок использован только в качестве декора, в таком наряде можно смело отправляться в институт или в офис. Трикотажное платье-футляр – вещь на каждый день. Такая одежда универсальна, практична и очень комфортна, так как не сковывает движение, а также хорошо смотрится на различных типах фигуры. Чтобы не замерзнуть в холода, можно накинуть на платье жилет из вареной шерсти ладена или рукав трансформер. Оригинальная накидка наверняка придется по сердцу всем дамам. В магазине можно выбрать и теплые стильные шарфы. Они связаны по итальянской технологии с добавлением мохера. Здесь большой выбор джемперов, кардиганов, свитеров. В качестве рисунка для туник сегодня все больше используют геометрические узоры. Это тренд сезона, а также и другие интересные принты. Цветы, бабочки, сердечки и даже сумки. Облегающие изделия ушли в прошлое, на их место пришли более свободные модели. Одежды как бы с чужого плеча, на вырост. Чем больше свитер, тем уютнее. Промахнулись с размером, попали в тренд. В моде объем и асимметричный крой. Это свитерки, это блузоны, это вот различные варианты яркой, эффектной одежды, которая уместна на самом деле на каждый день. И при желании можно, украсив ее определенным образом, выйти в ней и на праздник. Часто бывает так, шкаф ломится от вещей, а носить нечего. Правильно подобранная одежда способна создать неповторимый образ. Элегантный и красивый. Доверьте ваш гардероб профессионалам. Они помогут вам из минимума вещей сформировать максимум комбинаций. И каждый день станет ярким и неповторимым. Не знаете, в чем пойти на работу и учебу? Магазин «Дамский уголок» предлагает новинки осенне-зимнего сезона. Джемперы, кардиганы, жакеты, платья, пиджаки от 44 до 56 размера. Жакеты и кардиганы из вареной шерсти, ладена, вещи изо льна, авторские украшения, шарфы. «Дамский уголок», бульвар архитекторов 12, телефон 77 39 11.